Приветствую вас. Довольно лаконично вам ответил мой коллега, Кудряшов Игорь Леонидович. Вот, настолько лаконично, что добавить особо и нечего, в принципе, именно к его ответу, но давайте попробуем все равно разобраться. Итак, проблема в том, что я уже не особо хочу близости со своим парнем. Близости. Я бы сказал, что само по себе очень важно, что вы вкладываете в понятие интимной близости. То есть мне понятно, что речь идет, конечно, о сексе. Это понятно. Но дело здесь, пожалуй, в том, чтобы определить, что для вас секс. Вот именно конкретно для вас, что такое секс, что вы вкладываете в него для себя. Понимаете? Какая штука. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент, потому что если мы говорим, допустим, если мы говорим о удовлетворении сексуального желания, в принципе, то вряд ли это связано с, ну, может быть, связано с поведением молодого человека. То есть вы просто хотите, либо хотите секса, либо нет. Вот. А если мы говорим о том, что для вас секс – это определенное следствие, да, следствие, допустим, следствие определенного доверия, например, к человеку, ну или по отношению к человеку, то это уже куда более серьезная история. Получается, что вы с ним не чувствуете себя защищенной, вы не чувствуете себя с ним в том состоянии, которое вам необходимо для того, чтобы испытывать сексуальное желание. Потому что если человек не чувствует защищенность, если человек не ощущает защищенность свою, ну, если человек своей защищенности не чувствует, то в таком случае никакого сексуального желания нет и быть не может, в принципе. Ну, это касается не только женщин, но и мужчин тоже. Вот. То есть это вот такая история. Так, значит, он хороший, добрый, за меня может порвать любого. Ну, вы знаете, как-то противоречиво немножко это выглядит, на мой взгляд. То есть, что значит хороший, добрый, но при этом порвет любого за вас. То есть, ну, мне кажется, что это несколько странно. Мне всегда казалось, что хороший, добрый человек не станет рвать значит, любого за вас, например. То есть, как бы, да, там,
можно защитить, конечно, да, можно вступиться, это безусловно, но мне кажется, несколько странно, что хороший и добрый человек, как вы говорите, может порвать любого баланса. А, кроме того, хороший и добрый – это оценка. Это именно оценочные такие категории. Вот. И никак не характеризует человека. В принципе. Хороший и добрый, это, еще раз повторю, оценка. Вот. Дальше. Значит, иногда он не сдерживает свои эмоции, часто высказывает, а после этого он, конечно, без прощения, но это все равно повторяется. Ну, потому что прощение ничего не меняет. На самом деле. То есть прощение это, ну, не суть изменений. Вот. Изменения, они проистекают не из-за, ну, не потому, что человек просит прощения, а потому что человек хочет измениться. Вот. Для этого ему не нужно просить прощения. А прощение это вроде как заменитель перемен. Вот. То есть я вроде как изменился, но собственно ничего не сделал. Вот. Поэтому, значит, ну, ситуация примерно пока. Вот. Дальше. Он военный, учится. А, да. Он не сдерживает эмоции, потому что так же, как и вы, в общем-то, испытывает определенную тревогу. Вот. То есть в основе несдержанности эмоциональной лежит как раз тревожность. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что человек в какой-то момент игнорирует свои чувства, вот, в какой-то момент игнорирует свои эмоции, в какой-то момент игнорирует то, что он хочет, то, что ему хочется, вот, то, что ему важно, вот. А, такая вот история. Дальше. Значит, так, он военный, учится в военном университете, не всегда может уделить мне внимание, погулять, я его понимаю, ему ничего по этому поводу не говорю. Ну, то есть вы хотите сказать, по сути, что терпите определенное неудовлетворение от того, что человек придерживается некоего образа жизни. Вы испытываете это неудовлетворение, вы испытываете эту неудовлетворенность, но при том, что вы эту неудовлетворенность ощущаете, вы ее себе подавляете. Вот понимаете, есть в психологической теории, есть
такой момент, как сценарий и скрытая выгода. Вот мне кажется, что действуя так, то есть подавляя свои эмоции, не высказывая свои желания, которые естественны, вот, вы ничего хорошего не делаете ни для себя, ни для человека. Но при этом, вы после получаете возможность наказывать человека, наказывать за то, что он вот делает, путем отказа от собственной близости. И я вот думаю, что не есть это, не есть для вас хорошо, потому что все-таки искренность, она более важна, чем какая-то вот, грубо говоря, видимость того, что между вами все хорошо, того, что между вами все спокойно. Дальше. Но при этом не пускает гулять с друзьями, и когда я гуляю с сестрой или подругой, он бесится, что я ему не пишу. Ну, здесь мужчина ревнует, пытается вас контролировать, он проявляет ревность таким образом. Ревность — это следствие неуверенности в себе, страха измены, особого отношения к сексу, вот, и вот в целом такой вот очень негативный опыт доверительных отношений. То есть человек, который контролирует, он пытается как-то вот недоверие к самому себе и несформированность своего собственного отношения к себе компенсировать за счет другого человека, то бишь вас. И в этом, мне кажется, вы ему помогаете, в этом, мне кажется, вы ему потакаете, просто потому, что позволяете ему так делать, позволяете ему себя так вести. Вот. Что мне кажется крайне грустным, потому как, ну, все-таки подкреплять столь деструктивное поведение, на мой взгляд, не стоит. Дальше. Еще он требует, чтобы я всегда говорила, когда я иду гулять и с кем, это должно быть обязательно и заранее. Если я этого не делаю, начнем злиться и высказывать, говорит, что я на него забила и что мне на него все равно. Хотя это реально не так, я ему объяснял. Но объяснение здесь ничего не дадут, потому что человек, опять же, просто проецирует на вас свои собственные страхи. Тем, что вы объясняете, вы подкрепляете его модель поведения. Изменять ему не собираюсь, никогда об этом не думал. Ну, на самом деле, обратный эффект подозрения в изменах заключается в том, что вы подумали уже об этом, об измене, и как бы это снова и снова будет к вам приходить. Я ему об этом говорил, я не понимаю, почему у него такая реакция. Из-за его собственных страхов с вами не связано никак. Этим он меня отталкивает. Чем? Кира, я не очень понял, чем он вас отталкивает. Что делать, я не знаю. Что делать, чтобы что?
расставаться не хочу. Почему не хотят расставаться? То есть вас отправят, то, что он вас контролирует. И почему вы считаете, что то, что вы можете сделать, обязательно связано с расставанием? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.